Смотри, какой мальчик красивый. Смотри, какой красивый мальчик. А еще купила попробовать. Я не знаю, ребят, что это. Ну, два лимончика, это понятно, я взяла. А это я взяла два на пробу попробовать. Это какой-то израильский фрукт. Видите, Израиль. Из Израиля. Называется свити. То есть сладость или сладкий. По виду он не совсем как сладкий. Он как лимоны, видите, практически одинаковые. Ну, давайте я сейчас отрежу долечку, попробуем. Сладкое это или не сладкое? Вот такую вот дольку я вырезала. Слушайте, ну по виду прям лимон. Пахнет очень хорошо цитрусом. Ну попробуй. Вот по виду, да? И не скажешь, что это может быть сладким. А ну-ка. Боже мой, прям мед. Ребята, сладкий-сладкий. Это знаете, как и с людьми. По оболочке нельзя судить о человеке. Слушайте, он какой он сладкий. Что это такое? Вкусный, сладкий. И вот сейчас после вкуса чуть-чуть идет сладко-терпкий. А как же этот фрукт называется? Что это за фрукты такие? Сладкий. Слушайте, ну он как лимон выглядит. Типа, может быть, это разновидность сладкого грейпфрута? В общем, век живи, век учись. Купили в магазине какие-то, я не знаю, какие-то рыбные котлетки. Называется лакс бифар ферстекта. Короче, какие-то лакс, это, ой, семга. Котлетки из семги. И они уже готовы, их можно есть. Это они такие в вакууме. Ну, сейчас попробуем. Попробуем. Изначально я почитаю вам, что здесь ингредиенты. Смотрите, 95% сальмон, ну, семги. 95%, то есть, это рыба. Рыбные котлеты. Не знаю, надо открыть, попробовать. Я разрезала. Вот, видите, они были прям так запаяны. А ну-ка попробуем. Что здесь? Смотрите, такой вот в разрезе. Ну-ка, шутся. Такое. Вкусно. Рыбная котлета, короче. Подогреть можно. А можно даже делать, как эти, бургеры. Можно с пюрешечкой. Очень вкусно. Вот эта упаковка 25 крон. 2 евро 50. Вкусно. Ребяточки, так это еще и чудо-продукт для тех, кто следит за своим весом или кто хочет похудеть. Смотрите, смотрите. Здесь практически нет углеводов. Ну, в рыбе вообще нет углеводов. 0,2, ну там эти 0,2 отдаются... Что здесь? Яйца, там соль, ну, приправы какие-то. Всего 0,2 грамма углеводов. Протеина 21 грамм на 100 грамм, представляете? И 210 калорий. То есть на ночь, вот если когда жор на вас нападает, прям самый безумный и страшный, вот этот вот жерло открывается... Вот так вот. Рыбные котлетки. У меня где-то есть рецепт, по-моему, на Одноклассниках. Я его постараюсь найти и скину, ребяточки, сюда же в это видео рыбные котлетки. Вкуснятина просто неимоверная. Так что вкусно, полезно, диетично.